В Бразилии криптовалюты не являются регулируемыми финансовыми активами, поэтому местным инвестиционным фондам запрещаются инвестиции и прямые приобретения криптовалют. Об этом объявила комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии. Фонды, которые косвенно инвестируют в криптовалюты через участие в иностранных фондах, должны ожидать дальнейшего уточнения от регулятора. В настоящее время законодатели работают над крипторегулированием, для чего проходят общественные слушания.